Привет! Вы смотрите видео-версию сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам об электрокаре от компании Apex. Компания Apex поделилась первым изображением нового электрокара. Гонконгский автопроизводитель опубликовал тизер электрического AP-Zero. Автомобиль будет представлен 3 марта на Женевском автосалоне. Представители компании сообщают о том, что суперкар будет выполнен в стиле восточных традиций, а его внешность будет напоминать дракона. Для того, чтобы автомобиль напоминал дракона, дизайн украшают зубчатые элементы сбоку от радиаторной решетки. На корме располагается аэродинамический плавник, выполняющий роль своеобразного хвоста. В данный элемент также вмонтирован лидар, который говорит о том, что модель получит систему автопилотирования. Для изготовления шасси автомобиля используется углепластик. Сведения о силовой установке пока не разглашаются. Однако известно, что она будет полностью электрической. Создатели утверждают, что модель сможет похвастать задорной управляемостью и стабильностью на высокой скорости и в поворотах. Стоит отметить, что модель AP-Zero является вторым автомобилем бренда. Ранее был представлен трековый спорткар AP-1, который приводится в движение турбомотором EcoBoost объемом 2,3 литра с отдачей 355 лошадиных сил. У меня пока все, еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Увидимся!